Всем привет, уважаемые зрители! Перед просмотром видео подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И если видео понравится, поставьте лайк. Ну а я начинаю. Похоже на то, что Молдова наконец взялась за серьезную борьбу с коррупцией, которая не снилась даже ее соседям. И судя по всему, чтобы полностью побороть коррупцию, у Молдовы на это есть все шансы. А именно, не так давно Министерство юстиции Молдовы предложило новый многообещающий законопроект, который предусматривает крупные штрафы за финансовые махинации, а именно, в Республике Молдова они могут достигать суммы максимально в 5 миллионов евро. Документ был разработан Министерством юстиции совместно с представителями службы предупреждения и борьбы с отмыванием денег. Конечно же, такие наказания будут применяться не за каждое нарушение, а лишь за особо крупные. Но согласитесь, звучит довольно многообещающе. А именно, штраф в размере 5 миллионов евро будет применяться в случае нарушений касаемо отмывания денег и финансирования терроризма. В этих двух случаях, понятное дело, речь идет только о большом обороте наличных средств. И по идее второго проекта, наказание должно быть соизмеримо сумме махинаций. 5 миллионов евро – это максимальная сумма штрафа. Эта сумма всего лишь эквивалент, и выплачиваться она, конечно же, будет в национальной валюте Молдовы, а именно в леях. Забавный момент в том, что документ, который разработало Министерство юстиции Молдовы, не был размещен на их сайте. Напротив, его разместили в сети интернет на сайте сообщества адвокатов Молдовы, и больше его пока нигде нет. Официальные лица также не дают комментариев по этому поводу. Будем надеяться, что у Молдовы получится воплотить в жизнь этот одиозный проект. И этому примеру последуют другие страны, столкнувшиеся с проблемой коррупции и финансовых махинаций. Уважаемые зрители, а как вы считаете, получится или нет? Напишите свое мнение в комментариях.